А как насчет административной нагрузки? Планируют уменьшить документооборот между компаниями и инспекциями? Думается, что действительно вот истребование документов у налогоплательщика – это наиболее затратная сторона взаимоотношений налогоплательщика и налогового органа, которая требует от налогоплательщика копирования большого объема документов, их заверения, представления налоговым органам. Но, к сожалению, полностью отказаться от истребования документов не представляется возможным. Выходом видится перевод этого документооборота в электронную форму. Предполагается внесение изменений в кодекс, которые будут позволять Федеральной налоговой службе, Министерству финансов утверждать форматы всех документов, которые образуются в деятельности налогоплательщика, и налогоплательщик сможет представлять такие документы в электронном виде. С другой стороны, налоговым органам может быть предоставлены дополнительные права по истребованию документов, а всей цепочки, в которой участвовал проверяемый налогоплательщик. Кроме того, предоставляется налоговому органу возможность по дополнительному истребованию информации о банках, у банков, о депозитах, о движении средств по депозитам, которые открыты банкам, налогоплательщикам, организациям и индивидуальным предпринимателям.